Привет, меня зовут Наталья Невзорова, и сейчас мы вам проведем экскурсию по этой замечательной машинке. Я хочу позвать владельца этой машины, его зовут Сергей Чернявский, это город Волгоград. Вот такие машинки дает компания Oriflame с уровня бриллиантовый директор. И Сергей, машин сразу пару получили. Слов расскажи вообще, как ее получить и что она себе представляет. С уровнем бриллиантового вы можете взять в лизинг машину на 3 года. S40, если вы исполнительный, S80. А что значит лизинг? То есть если... Что такое лизинг? Uh-huh. Значит, компания вам платит за эту машину 3 года, вот в квартал по 86 тысяч. Если ты выполняешь условия, то компания за тебя их платит. Если нет, то платишь какую-то долю сам, либо полностью сам, если вообще не хочешь работать. Ну, все зависит от товарооборота, да? Да, от товарооборота и от количества групп, которые ты mm-hmm. должен по сравнению с прошлым годом держать. Mm-hmm. Если держишь результат свой, то все нормально. Плюс одна группа там. А вообще, как она вот по внутренней начинке? По внутренней начинке очень удобно, как все шведское. Казалось бы, сначала легкая, но юркая машинка. Я люблю быстро ездить, и поэтому uh-huh. очень здорово адаптируется. Это же автомат, и uh-huh. очень здорово адаптируется к езде владельца. Uh-huh. Стоит кому-то прокатиться на следующий день другому человеку, да? Uh-huh. Сразу чувствуешь, как машина уже приспособилась к другому человеку. Uh-huh. Она уже так не трогается быстро, там, как я. И ей нужно привыкнуть опять, что я сел за руль. Умная машина. Умная машина, да. Ну я думаю, мне такая подошла. И надежная. Саша, как сделаем все. Такую машину? Для меня лично. Хорошо, завтра я нарублю дров и будем делать. С вами была Наталья Невзорова. Работайте в Oriflame, у вас будут такие машинки. И вы будете себя комфортно ощущать.